С Ползунова 6. Сегодня воскресенье, 28 февраля. Вот, слава Богу за все. Благовестие мы где будем, братья, у нас? На Спартаке. На Спартаке. Площадь Спартака, чтобы была евангелизирована. Ну и Барнаул был, чтобы евангелизированный. Вот, брат, тут и прихватил четвероногих благовестников. И самый известный из них — Ураган. Ураган, покажись. Вот он положил мне на. А где он? Вот он, да? Или это верный? Я не знаю, кто это. Вы что-то на одну мордашку, как китайцы. Да, не, где разная. Ураган? А это вот верный. Я его уже различаю. Верный. А вон он, Ураган. Ребята, ну вот они нас охранять будут. Да, Сергей, вот впереди наш... лежат Евангелия, единственный отвес. Они изданы по благословению патриарха Кирилла. Вот. Очень крупный шрифт. Полезно для пожилых и плохо видящих, для всех полезно. Ведь бывает, люди плохо видят не от того, что глаза у них плохо видят, а что очи, сердце сомкнутые. И вот Господь отверзает очи слепым, написано, и таким вот людям, которые ничего не знают евангельского, Господь может открыть сердце. И вот молитесь все, кто, ну, может быть, смотрит это неравнодушен к этому. Молитесь, чтобы Слово Божие распространялось. За решетку посадил нас. Да, за решетку посадил. Вот брат говорит, который снимает, Владимир, да, да, что вот это уже, говорит, тренировка. Что нам надо привыкать к таким условиям. Сзади собаки, военизированная охрана и решетка, да? Да. Ну вот эту практику надо проводить, конечно. Вот, как особенно было бы, чтобы в семинарии теорию прошли, а потом раз бы на практику. И чтобы благовестие было. Вот даже бывают неречистые такие. Ну ты же можешь сказать, что Евангелие единственный ответ. Чтобы веруйте в Евангелие. Господь призывает к этому. Даже если неречистые. Господь откроет уста и будешь речистым. Главное, идти надо. Евангелие-то раздать, тут много мудрости тоже не надо, но надо уметь говорить, конечно. Если тебе это не дано, то Господь по твоему желанию может открывать уста твои. Аллилуйя. Слава Христу. Военизированный флаг. Господь говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, а спасен будет. Святое Евангелие даром. Возьмите, не проходите мимо. Господь призывает изучать, читать Слово Божие крупным шрифтом. У нас тоже такие книги взяли. Да. Святое Евангелие даем. Слава Христу, аллилуйя. Да, слава Христу. Аллилуйя. Святой Евангелие – подарок. Берите, изучайте Слово Божие. Святой Евангелие. Давайте на работе, допустим, людям. Понимаете? Вообще, как бы я верующий человек, я просто Библию читаю, у меня все это есть. Да. Спасибо большое. Он женщина где? Я пойду.
фигуры. Очень много масс информации для души. Написано, по благословению патриарха Кирилла. Ну вот я вам открою. Вот, а, вот. Ну понятно. Сидеющие, да, вовсе. Мама православная дерево, я там прошла. А еще эти другие. Есть, много есть. Спасибо. Спасибо. Святое Евангелие. Подарок. Проходите мимо. По благословению патриарха Кирилла. Выпущено Святое Евангелие. У нас свой православный детский сайт. Здесь посмотрите, очень много информации. Канал YouTube. Через это люди приходят к Христу, обращаются к православию. Это чудесным образом Господь сделал. Через этот сайт необыкновенно. А слава Богу, читайте. Святое Евангелие, подарок, православная церковь распространяет. Веруйте в Господа Иисуса Христа, и спасетесь и вы, и ваш дом, говорит Писание. Сигареты вы как-то убрали, я с вами побеседовал. Сигареты. Яд. Самоубийство. Святое Евангелие, подарок, православная церковь распространяет. Святое Евангелие, даром, подарок Господь вам предоставляет, я не знаю. А мы, рабы, ничего не стоящие. Святое Евангелие, подарок, возьмите и проходите мимо. Господь призывает изучать Слово Божие, читать и исследовать Священное Писание и толкование Святых Отцов. Святое Евангелие, подарок, возьмите. Веруйте в Господа Иисуса. Святое Евангелие, подарок. Миссионерской деятельности. Мы приучаем народ любить Слово Божие и исполнять. Молодцы. Дай Бог вам здоровья. Слава Богу. В интернете. Ютуб, в очереди есть. Ну, на телевидении это тяжело, дорого. А
А вот в интернете бесплатно. У нас очень много роликов. Сертификатов вот такого креста нет никогда. Да. Восьмиконечный здесь православный крест. Я поняла вас. Вот, этим отвечаем. Слава Богу. Напуганы все. А вы не секта. Кто же скажет, какая же секта скажет, что мы секта? Глупые вопросы люди задают. А вот православный библейский сайт, в интернете ролики. Возьмите, очень духовные, полезные ответы на вопросы во святой Библии. Златоуста, Библия, на православный лайк. Мы занятия ведем по слову Божию. Можете позвонить, попроситься по скайпу, даже не выходя из дома. Бог позволяет. Кому теперь молиться, кроме как Богу? Больше некому. А вы имя Бога Он знаете? Один у нас спаситель. А вот свидетели Иеговы, они говорят, а вы имя Бога знаете? А я не знаю. А он отца. Отца его Христа. Отец его послал на землю. А как его имя вы знаете? Ну, Бог. Ну, Бог. А у него тоже есть имя. У Христа есть имя Иисус. Да. Как переводится? Спаситель. Да. Спаситель. А Бог, Отец, молитва Отче наш. Знаете? Отче наш. А что такое Иже и Сын? Ну, это значит, ну как сказать, Иже и Сын. По-русски тоже. Все время, значит, все время и всегда пользуйте твое имя, твое благо, все на земле и на небесах. Вот что такое, ну, Иже и Сын на небесах. На небесах это на небесах. На небесах. А Иже и Сын, как переводится по-русски? Вот это плохо, что мы не знаем. Иже и Сын по-русски. Ага. И вот это имя на русском оно существующее, а на Якве, на еврейском языке, оно называется Иегова. Поэтому если слушатели Иеговы, они ходят и говорят, что вы имя Бога не знаете. И в Библии оно 7 раз встречается. Иегова, значит, сущий. Отец, сын, третий, дух святой. А свидетели Иеговы, они в него не верят. Это какая-то сила, никакой не будет. Свидетели Иеговы, это вообще как какая-то, как самая, не знаю, каста, глупа или что-то такое, что... Ну ладно, спасибо вам. Вам здоровья. Дай вам Бог здоровья. Братья, а куда вам все это? Мне еще не досталось. Смотри, как они активны. А еще в машине есть там? Нет? Не знаю, Сергей же сказали. Сергей Павлович, ты куда это все? Наверное, Литроса пришел сюда. Слава Богу. Сегодня берут поактивнее, чем тогда. Да я думал, вообще не будет брать. Что умер за ваши грехи? Православная или католическая? Православная. Но там на первой странице написано по благословению. Мы нас не священника, мы их хорошо знаем. Это синодальный перевод. Хорошо, это... А можно для матушки? Для моей. Для матушки. Да. Есть, подавай, визитки есть. Да, дайте, причесался. Это чтобы считать. Нет, он... 19 числа крестился на крещение, крестился и причащался, через 2 дня ходил. 2 часа молился, стоял. Вот. Хорошо. Надо каждый день читать. Да. Это очень слава важно. Богу, это да. Хлеб жизни. Да мы знаем. Господь спасибо. Нам говорил. Спасибо, об этом. Спасибо. Во славу Божию. Спасибо. И бикнули. Я иду мимо, они пит мне. Видишь, как Господь сделал. Я Бога. Пошел туда.
работе. Пока закурить, я пока поработаю, пока не подойду. Он полицейским дает тоже. Смерти были сейчас. Только крови если ты пристал, то просветили эту машину. Потому что без грех выбор за нашу нахуй. Это очень серьезно. Берешь его взят, это наш форум, YouTube канал. Еще мужчина, подождите. Православная церковь, Святой Евангелие. Что вам больше? Почему ты замечаешь? Ты думаешь о смерти, о страшном суде? Ты готов? Ты математику не выучил, ты пришел на экзамен, ты ничего не знаешь. Ну, математику-то я знаю, русский я знаю. А вот ты должен также знать Слово Божие, еще гораздо важнее, чем математика. Гораздо важнее Слово Божие, чем математика. Я с помощью этого получу работу, зарплату и стану... Ты можешь получить гонение и даже свет. Ты просто будешь тебе во славу во Христе. Не знаю. Ты не веришь, ты же веришь, ты веришь. Да, верю, я знаю. Ну да. Ты будешь круче. Да. Праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. Ну это я понимаю, но если я это, допустим, не буду знать, я попаду в ад или в рай, это что, это будет решаться? Мы не знаем, кто это. Да. Вот. Если бы человек, в принципе, не знал бы о религии, он бы просто не произошло. Попал бы в ад. Попал бы в ад. То есть все, кто не знает о религии, не верит в это, они будут в ад? Конечно. Так Слово Божие говорит. Конечно. Третий глава. А в чем тогда... Чего любовь Божия доказать? Да. Чего любовь Божия? То, что Он умер за наши грехи, чтобы вы в Него веровали. А если никто не верит в Него или хотя бы не читал бы это? Язычники будут сидеть в богословии со своей, а христиане по Слову Божию. Ты знаешь Христа, Его учение. Как ты можешь Его исполнять? А люди другой религии, они тоже будут спать? Нет, так не написано. А как так? Они же не веруют. Ну написано, язычники будут сидеть по своей совести, по Слову.
у Христа никогда не слышал про него. А кто хоть раз слышал, не покаялся, то понятно, что не слышал его. Ну, вы сами видите, расходится по мнению, это очень странно. Да, очень плохо. Не расходятся во мнении. Язычники, которые слышали о Христе, не видели. Они попадут в ад. Они попадут в ад. Все. А другие, которые не слышали, будут поборовать сами. Очень странно. Ладно, все классно. Еще два Евангелия осталось. А еще что? У нас сайт православных детей. В этой стороне форум, YouTube, сайт и другие данные. Очень богатый потом. Слава Богу. Веруйте в Господа Иисуса Христа. До свидания.